Okay, so I've been enjoying during that little break there, seeing on social media, mainly Twitter, using the hashtag SOTM 2021, all the discussion about the talk. There's also lots of discussion going on Venuelist, which when there isn't a talk on, there's a slideshow of all the photos of past conferences, which are great to listen to and watch you. If you did have a ticket and you're on Venuelist, don't forget you can ask questions during the talk, and that gives us a chance to ask them to the speaker at the end. Очень как обычно напоминают, Venuelist, задавайте вопросы. Если не сможете, то есть хэштег SOTAM2021. А сейчас начинаем выступление про картирование с пожилым населением. Давайте смотреть. Map time. Добро пожаловать в SOTAM21. Я поделюсь одним из наших проектов в Филиппинах, Mapa Tanda, картирование с и для пожилых. Все то же самое еще раз. Mapping for and with the older adults. As an organization, we are a fairly new member of the OpenStreetMap. Мы недавно присоединились к сообществу OpenStreetMap. Но, надеюсь, к концу этого рассказа мы найдем добровольцев, которые помогут нам присоединиться к сообществу лучше. Так что, если вам интересно поддерживать этот проект, присоединяйтесь. Меня зовут Крис Либунау. Я исполнительный директор Smart City. Что присоединились. И какое величайшее достижение человечества в последние 100 лет? Это то, что люди смогли приземлиться на Луну, или это изобретение интернета? Или, может, удвоение длительности жизни? Если вы жили в Филиппинах 100 лет назад, ожидаемая продолжительность жизни была 31 год. Но сегодня в среднем люди доживают до 71 года. Вот, то есть практически до 80 лет. Удивительно, правда? Вот. И когда мы говорим об умных городах, когда говорим о перемещении людей, мы редко задумываемся об этой реальности, о том, что все растут. Наши города, чтобы они были доброжелательны к людям в возрасте. We are concerned with the current trends where the over-reliance on smart city. Да, и в нашей организации мы беспокоимся о том, что муниципалитеты сильно закладываются в умные приложения. Муниципалитет собирает данные, делает приложения, но при этом не приоритизирует обучение и этим технологиям. And of course, without engaging and consulting the public early and regularly. In short, we do it without inclusivity and sustainability in mind. В общем, если коротко, мы развиваем наши умные города без консультации с малопредставленными группами. Мы хотим построить сообщество для
машин и роботов. Away from being solely about high technology and application development. Если мы хотим строить наши города не для машин и роботов, а для людей, нам нужно строить наше обсуждение на принципах открытости, включаемости и фокуса на людях. Как это делать? Прежде всего, тренировки и обучение работе с технологиями, открытые сообщества и порталы данных для планирования города. Что мы не очень понимаем, что главные преимущества умных городов — это то, что сообщества и города должны быть более доступны людям в любом возрасте. Вот, все люди должны иметь повышенный уровень жизни. That's why Mapatanda is born. Вот. И, собственно, из этого, из этой надежды родился проект Mapatanda. And digital transformation can indeed offer the opportunity to support our local. Мы считаем, что данные, в том числе открытые и цифровая трансформация, это шанс дать шанс на более полную жизнь пожилым людям. Вот. Но для этого нужно консультироваться с этими людьми. Citizens, planners, even private companies and developers having and using the data and information they need to create innovative applications and projects that help improve the city and the citizens of any age quality of life. It will be great, isn't it? So what exactly is? Было бы здорово, если бы технари использовали технологии, в том числе, чтобы улучшить жизнь для людей в возрасте. Вот, что же такое Mapatanda? Понятно. А Tanda — это означает взрослого человека, пожилого. Карта для пожилых. Цель проекта — улучшить и увеличить количество данных, которые касаются пожилых людей в OpenStreetMap. То есть людей 60 и более лет. Что это значит? Эта тема включает в себя очистку, добавление фич в ОСМИ, типа дома представлений, ну, в общем, да, социальные центры, всякие офисы, сообщества и все остальные заведения, которые представляют услуги для пожилых людей. Вот. И эти данные смогут использовать местные и международные организации, которые планируют новые законы и территории, и постройки. Вот наши цели. Первое. Хотим найти добровольцев в OpenStreetMap. Как ранее упоминали, мы только что присоединились к OpenStreetMap как организация в Филиппинах. Вот. И через проект Mapatanda мы хотим создать более сильное сообщество картографов. Во-вторых, помимо картирования для пожилых, мы хотим привлечь пожилых людей к картированию. Вот, то есть научить их работе с OpenStreetMap. Вот.
Мы считаем, что пожилых людей недостаточно часто привлекают к созданию открытых данных. Вот. И поэтому нам не хватает, то они считают релевантно. Or OSCA data on OSM for our partner local government. Under a law, which is the Republic Act 7432, and as amended by RA 9257, the local governments, basically the cities and municipalities in the Philippines, are required to have their own OSCA, or Office for Seniors. Так, мы хотим воспользоваться поправкой к закону и создать офис для дел пожилых людей для того, where they are located in OSM will benefit the older adult population as well as the other stakeholders. Они хотят добавить на карту все офисы, для чтобы люди знали, где они находятся. Projects that can be used as starting points for coordinating or consolidating efforts around a particular issue or a service related to older adults. So the intended outcome may include a community profile, perhaps, that identifies unique resources, issues, concerns, and even gaps in the current offerings for older adults. And last but not the least, of course, we also want to strengthen. Также они хотят, мы хотим быть хабом для обсуждения вопросов пожилых на карте и быть точкой доступа для обсуждения этого дела. И наконец, усилить взаимосвязи правительства и участников OpenStreetMap. Где мы сейчас? Мы запустили наш сайт в апреле во время Дня открытых данных и связались с несколькими сообществами OpenStreetMap. Currently, we also have a small internal team that started their own research on the point of interest and. У нас небольшая команда, мы начали изучать точки интереса и заведения для пожилых. Мы связались с одной из организаций в Филиппинах, которая как раз занимается улучшением условий жизни пожилых. Понятно, что пандемия повлияла на наши планы связи с пожилыми людьми. Reduce deficit-based thinking to asset-based about the elder population. Но мы считаем, что построение сообщества в любом случае будет полезно, чтобы сместить осмысление этих проблем в одну сторону. Local planning agencies and universities can provide technical assistance. Вот. Ну и одно из важных вещей, что, над которой мы работаем, это связь карты и стратегического планирования, чтобы местные муниципалитеты могли использовать карту для планирования заведений для пожилых. The children, the young, the adults, even the person. Ну и наконец, то, что мы делаем для пожилых, разумеется, также поможет и другим взрослым группам, от взрослых до детей. Так что мы хотим просить, помогите нам сделать такую действительно открытую карту. Вот наши контакты и какие-то мысли, свяжитесь с нами и помогите нам сделать этот проект. Вот это был интересный доклад.
Да, в чатике отписался один человек возрастом 63 года, который до сих пор использует Potlatch 1. Есть пара вопросов. В основном на тему, какими инструментами пользуетесь. Да, к сожалению, докладчики не появились в видеозвонке, так что, видимо, поговорим в чатике. В чатике появился еще человек, 70 лет, использует Джосом. Что? So you've got a while to chat. And even if the speaker isn't in that post-talk chat room, maybe you could just talk and get some information from the older listeners amongst you about how they do mapping. So see you in 30 minutes.